Сегодня день работника физической культуры. Это же, наверное, сегодня огромное количество физкультурников отмечает. Если так рассуждать, то, судя по трудовикам, день трудовика каждую неделю. Коль, а кстати, как ты думаешь, а как становятся физкультурниками? Это очень сложно. Сначала надо провалить экзамен в мехмат, потом геологический, потом экономический, потом медицинский и вообще во все остальные вузы. За физкультурников. На субботнем вечере Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Эта осень во всем виновата, что костры белым дымом горят, облака не вернутся обратно. Но два сердца упрямо стучат. Небо пополам, звезды пополам. Счастье, где ты?